Конкурентность и легитимность – эти два определения должны проходить красной нитью в главном политическом событии года. В этом уверены политологи и общественные наблюдатели. В сентябре состоятся выборы губернатора Ульяновской области, а также депутатов в Госдуму. В 9 регионах страны также идет избирательная кампания, но Ульяновск обогнал всех по количеству кандидатов. 8 человек хотят стать главой нашего края. В Государственную Думу баллотируется 12 представителей от разных партий. Одни имеют богатый послужной список, другие впервые выступают на политической арене. Время не стоит на месте. Предпочтения избирателей с годами поменялись. Фон, социальная обстановка, социально-политическая ситуация, социальные ожидания жителей, наших земляков, избирателей в 2021 году существенно отличаются от тех, которые были, скажем, даже в прошлом году на выборах депутатов Ульяновской городской думы, тем более, которые были раньше, в 2016-2018 годах. Субъективные оценки превратились в объективные знания. Ульяновские политологи провели соцопросы местного населения. В исследованиях участвовало более 1000 наших земляков. Итак, большинство людей считает, что за последние 5 лет в регионе ничего не изменилось. Сменили курс только проблемы и переживания ульяновцев. Если раньше на первом месте всегда стояла проблема низкий уровень зарплат, доходов, пенсий, пособий, сейчас на первое место выходит рост тарифов и цен. Изменила эту картинку пандемия. Каким должен быть идеальный губернатор? Политологи получили ответы от местных жителей. Главное, чтобы человек был порядочный и работящий. Пол, религия и национальность не важны. На резерв профессия. То есть не только политик, он должен иметь какую-то профессию. Хозяйственник, менеджер, юрист, да, то есть разные. И успехи в ней. Местный знает регион, это важно. И доверие президента России. Принадлежность к определенной партии также значения не имеет. Исследования показали, что современное общество все реже обращает внимание на партийные эмблемы. Большинство избирателей в первую очередь обращает внимание на личность кандидатов. Виктория Чиркова, Герман Баранов, Улправда ТВ.